Привет, Ютуб! Пора покушать и пора тестов. Этот говнюк не может синхронизироваться, видишь? Они не могут друг друга найти, эти уроды. Поэтому снимать будем без микрофона сегодня. Я не знаю, в чем проблема, боябай вот этот сраный. Больше 10 тысяч стоит. Сегодня начнем, разбомбим наш рандомный бокс. Мы его с тобой уже открыли, ты видел, что там есть. А возъедать сегодня был, это ужин, поэтому так темно. Почему темно? Потому что ужин. Вот эти три тайские лапши будем едать. Короче, лапша называется «Вай-вай». Сразу же вспоминаю ТикТок и вирусную песню грузинскую. Хотя лапша тайская, а песня грузинская, что странно. По вкусам ничего не могу сказать. Совершенно. Вот, о, а у нас тут написано все. Веганская. О, том-ям. Вот так это выглядит. Читай, что ты прочтешь здесь, с чем она и что. Это вот такая желтая у нас пачка. Короче, мы под каждую пачку пакетик этот подкладем. И будем знать, что мы с тобой возъедаем. И вот такая вот вай-вай. Вот с таким вкусом. Реально, не наложили, а наклали нам сюда. Вот этого вот. Но по ценнику я нашел в одном месте ее. На Валбере 400 рублей 4 штуки. Следовательно, 100 рублей пачка. Хорошо, что мы им считать маленько. У нас с собой термос есть. И чаши есть. И ножницы есть даже. И вот такие божественные алтайские хлебцы бородинские есть. Короче, вот так будем располагать сейчас. И под каждую чашку подкладем свой пакетик, чтобы знать, что мы возъедаем. Давай открывать. Холодно, ухи мерзнут даже. Давай понухаем. Сразу видно, что она жареная. Смотри, она какая цветом. Это вот сюда подкладем. Ее можно и сырую. Пробуйте. Она готовая. Пакеты мы сюда же покладем, чтобы они растопли. Вкусно? Нормально. Она уже соленая. Она более чем готовая. Она жареная. В масле. В пальмовом масле жареная. Ё-моё. Пакеты тут мы оставляем. Потом будем смотреть, что это такое мы едим. Для тех, кто только что зашел, или для тех, кто в танке, рандомный бокс обошелся нам 1000 русских денег. Так как лапша слабенькая, ну маленькая там. Вот читай, кстати говоря, что там об этой лапше написано. О, вай-вай лапше вот этой. Тут везде шишки сраные, поэтому нафиг. Колбаса это в рандомном боксе она не лежала. Она принесена нами с собою. Кипятка Галимова заливаем. Очень хорошо растают пакетики у нас. Что странно, лапша уже... Вот, кончилась вода. Кончилась вода. Да, вот отсюда туда. Ну, тут, кстати, больше, чем надо, маленько даже, а то безвкусное совсем будет. Тут все готово, и первым мы с тобой будем пробовать лапшу. Читайте, Любовь Геннадьевна. Свинина с соусом, том-ям. Вот с нее и начнем, со свинины с соусом. Возьмем ложку и вилку. Вилка у меня та, которая была только у Майкла Джексона, и у меня вот такая. Из столовой похищенная, скоммунизженная. Ну что это, по наследству досталось? Взятая, короче говоря. Давайте хлебцов кусим. Вот такие хлебцы у нас есть с собой. Напиши, ты видал где-нибудь такие хлебцы? О, а, кстати, не пахнут бородинским ничем. Всем-то кушать полезно какие-то, давай вкусим. Какие хрустящие. Угу.
Этот заработал. Этот сучий потрох заработал. Давай оденем тогда. Вот говнюк. Он 3 часа не мог синхронизироваться. А когда съемку начали, он включился. Я хочу подключить, ибо у меня голос устал уже. Во! Вот он, микрофонище теперь. Когда уже половину сняли, потом напиши, лучше с микрофоном или без него было. Жрать охота уже, ужин, поэтому темно. А темно, потому что ужин уже. Тут у нас еще 3 пачки с тобой стоят. Я нашел тебе булдак хабанеро лайм. Большие деньги отдал. Там аж 4 пачки в этом паке. Отдельно она не продается. Кстати, у Гридкова недавно вышло видео. 3x5 он там ел. И меня поразило, что ему это было остро. Никогда бы не подумал, что Гридкову может быть остро что-то. Он еще тот, блин, чили хэт нафиг. И может прикалывался, я не знаю. Так, братцы, давайте проверим. Нам же еще надо с тобой пакеты водить сюда. Берем вот этот пакет с маслом и выливаем вот так. И берем сухими переправами пакет. И также высыпаем сюда их. Очень странно, что лапша без переправ, она уже соленая была и вкусная. О, а пахнет здраво. Понюхайте. Хорошо. По-моему, опять же пахнет этим. Хот-потом, нет? Саморазогревающийся который. О, красным мигает. Что мигает? Вот. Короче, он опять этот сдох. Будем без звука писать, ну его нахер, короче. Говна кусок, а не микрофон. Давайте пробовать. Всем ты хочешь полезный аппетит? Иди посмотри бульонку жирный. Вот такой бульон жирный какой-то. Прям жир. Он кисло-острый. О! Пробуйте. Очень вкусный, кстати. Я не ожидал. Я думал, это дешмания откровенная. Кисло-остренький бульончик. Ой. Необычный. Пробуем саму лапшу. Какая-то она очень длинная. Что-то висит. А, у тебя тоже вилка, бери сама туда. Она длиннющая. На чашкой надо есть. Ты сейчас ее уронишь. Это что было такое? Говядина? Свинина. Свинина. Вот так здесь надо. По кругу пустили чашу. Тверденькая, она не раскисла. Кисло-сладенькая и она даже пикантная маленько. Вот это интересно. Ну, мне нравится бульон. Не зря поклали на клаве. Он как будто слаймом. Что, сразу доедать будем, что ли? Наверное. Давай следующую пробовать. Так, следующая, братцы, у нас. Читайте, Любовь Геннадьевна. Чешай, бери. Я пока буду тут заниматься делами вот этими. Поварскими. Быстрого приготовления классический кисло-сладкий суп. Так, ну мы как суп заварили, значит, правильно заварили. Тут двумя руками, наверное, укладывать его надо. О. Сейчас ЛГ выкладит, выложит. Он очень густой. Несмотря на то, что кипятком залито было, он все равно остался твердотельный.
Ну, лапша вкусная, вот что. Что странно. А что за вкус-то ты читала? Ой. Кисло-сладкий. Они все кисло-сладкие. Классический. Пахнет по-другому совершенно. Понюхайте. Вот такой бульон имеет. Бульон у меня и на медицине. Что-то мне резкость не нравится. Убери вообще куда-нибудь тогда. Пальцем подержи, фиксацию сделай кадра. На экран дай сюда. Жирный. Вкус вообще другой, ребятки. Совершенно другой. Даже близко не одинаковый. Вот это поражает. Друг другу. Уходи куда-нибудь. Потом приходи. У нас с фокусом проблема. Если проблема начинается, то их до хрена становится. Подержи пальцем на фокусе, где написано фокусировка. Давай сюда. А, что-то не исчезло. Ну, один раз нажми на экран. Ну ладно, все, хорошо. И с фокусом, и со звуком, с хренуком, со всеми проблемы сегодня. Радикально отличается вкус. Ну, это мне не понравилось. Ну, не обычный, по крайней мере, не сраный роллтон. Как будто с каким-то салом. Угу. Есть такое. Ну что, последнее, что там написано, читайте. Мне там не слышно будет. Так. Тоже со вкусом том-ям. Вегетарианская. Все веганское, братцы. И это еще больше поражает, что оно вкусное. Значит, веганская пища, она и вкусная бывает. Много, смотрите, сколько этой. Моркови там. Во! И перец, наверное, мне кажется, так. Но это самое насыщенное будет, потому что тут меньше всего воды. Ну, за 100 рублей, ну, все-таки это. Ну, тем не менее, несмотря на что, 100 рублей – это нормальная такая сумма. Давай воду попробуем сначала. Еще более кислая. От том-яма только лимонная кислота там, правда. Больше от том-яма тут ничего, ни лимонграсса, ни креветок, ничего такого. Ну, тоже вкусная. Длинная, плотная осталась. Ну, первая, самая вкусная. Потом идет вот третья. А потом вторая на третьем месте. Колбасу забыли поесть. Да, колбаски. Самой дорогой колбасы забыли поесть. Сколько она? Рублей 100 с чем-то, по-моему. Или 300 с чем-то. Ну да, 100 с чем-то. 350. 350 рублей. Вот ее ешь и чувствуешь, как 350 рублей проваливается в желудок прям. А потом это... туда. С колбасой сразу вкусно еще стало. Проверю этого шака. Опять синхронизировался. Опять горит. Вот выродок какой. Короче, братцы, первая самая прикольная, вторая самая какая-то жирная и сильный оригинальный вкус имеет. И третья самая кислая, и вот вкус от том-ям, там только лимонная кислота присутствует. Ну все, наверное, это вот позже все будем. Это все варить надо. Это будем разваривать дома как-нибудь. Или здесь же. Может, на ужин придем. Ну вот, траблы как начались со звуком. И с картинкой, со звуком совсем на свете начались. Ну, а пока не скучай, не грусти, скоро мы тебя в гости жди. А резюмировать что? Ну, а что тут резюмировать? Ты все видел. Теперь ты знаешь, что треба, что не треба, так что смотри. Береги себя и смотри, здоровья всем. Пока, сайонара.
А мы будем перекусим, да, в путь. Это реально ужин наш, я тебе отвечаю. Видишь, темно уже. Это как раз ужин. И куча собак голодных. Хоть бы нами не поужинали. Сейчас ты еще совсем. Ну давай. Давай, и пока. А еще, ребятки, у меня вопрос. Что это за каньоны такие в лесу? Вот что к чему? Вот такая траншея огромная. Борозда такая по лесу просто. Там ЛГ собирается в путь обратный. А это вот борозда вот такая. Забыли спросить. Что? Что это вообще такое? Собралась? Путь. Поехали. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк, оценивай видео, подписывайся на канал. До новых встреч.